В ожидании приезда столичных гостей на защиту главы поселения Анны Мадисон вышел весь сельский актив. Кто-то даже принес ячейку с куриными яйцами. Представитель ОНФ Светлана Калинина прибыла к памятнику со свитой из районных республиканских чиновников, полиции и прокуратурой. Разговор с уполномоченным представителем президента сразу начался с выяснения отношений. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы нас тремя, Анна Васильевна, бездарным чиновником назвали? На каком основании вы такие вешаете мне разобраться? Вы выслушаете две стороны, принадлежность памятника, который создан за народные деньги, не имеет права быть прикосновенным никем, ни Анной Васильевной, ни Ивановым Ивановичем, ни мной лично. И это памятник. У него есть определенная процедура сноса. У нас разбираются следственные органы сейчас. Вот когда они дадут свое заключение. Светлана Викторовна, позвольте, вот вы нам не даете никому сказать. Вот вы же услышали только пять человек, которые... Я еще не слышала никого. Вы на стриме пять человек. Они обращались. Они два раза обращались. И вы сейчас, Светлана Викторовна, говорите о том, что вы нейтральная сторона. Анна Васильевна, политику уберем. Так мы хотим, чтобы убрали политику. Уберите политику, посмотрите, что творится у нас в Хакасии, какое давление. Анна Васильевна, вы меня слышите? Скандал разгорелся из-за жалобы нескольких человек, посчитавших, что снос памятника за неделю до празднования Дня Победы – это кощунство. Вдобавок, власти района высказали претензию, что участок земли под памятником хоть и находится в пользовании поселкового совета, но принадлежит Устибаканскому району. Также Анну Мадисон обвиняют в том, что голосование о сносе было проведено якобы с нарушениями процедуры. И в самом голосовании говорилось не о сносе, а о реконструкции объекта. В большей массе жители Тепличного считают все обвинения в адрес своего главы чиновничьей казуистикой. А снос старого монумента воину-освободителю Алёше, так здесь назвали барельеф солдата, своевременным. Каждый год я красила этого Алёшеньку. У меня есть фотографии, как он пророс ржавчиной. Да, конечно, памятник. Он ржавчина текла. Нынче, короче, когда зашел разговор... Скажите, пожалуйста, нет, пусть закончит. Вот Даша, смотрите, вот аварий. Почему вы не... То есть, подождите. Цель этого митинга, это скажите. Ну вы же кричите, значит, цель. Будете. Не что, обвините ее? Нет. Ну это другая история. Нет, как? Обвините ее. Вы же ее обвиняете. Кого? Никого. Одна единственная глава, которая... Вы откуда взяли вот это, что я приехала обвинять? Я не... Я у меня спрашивала. Есть, смотрите, какие дядьки, я которые должны обвинять. Я не сказала, что меня вас обвинять. Я расширила памятники на всю Россию. Я просто... Правильно. Я что снос памятника, я когда я выхожу в эфир на стриме, я вам Но сейчас... Вы слышали одну сторону, теперь, которая бесконечна. Я не слушаю одну сторону. Я смотрю документы перед тем, как сажусь за экран. Дискуссия в таком тоне продолжалась около получаса. Потом члены делегации наконец-то вспомнили, зачем приехали, и приступили к осмотру нового памятника, еще недостроенного. В центре композиции должна будет появиться новая фигура советского солдата. Ее эскиз сейчас обсуждается. Разговор с приехавшими общественниками и чиновниками до последней минуты так и оставался на повышенных тонах. Жители Тепличного возмутило предвзятое отношение к работе поселкового главы. Они считают, что спекулировать на тех, памяти погибших и раздувать из благоустройства политический скандал на всю страну по меньшей мере неэтично. С точки зрения морали, памятное место осталось. Его сделали лучше, его сделали больше. Памятник Алешеньке, да, он свое отслужил. Может быть, меня закидают яйцами. А новый мемориал, на нем будет у нас увековечены наши герои нашего сельсовета, которые погибли в Великой Отечественной войне, Афганистан, Чечня, Украина. Это будет более современный, более информативный памятник. Алешеньку восстановить было невозможно. Молодцы, правильно, они молодцы сделали, надо меняться. Будет красиво. И, во-первых, и красиво становится, да. И уютно. И люди будут больше но подходить. Не все же сразу делается-то, милые мои, господи.